Привет. Выбрались мы, делали, вон делает, стоит, видишь, маленький малганчик стоял. Выбрались мы на природу. Это называется Хожовский парк. Тоже очень большой парк у нас. Не надо туда, вот здесь будем. Долго очень искали место, где можно будет сделать гриль, но вот нашли. Вот. Пока нашли, мы все немножечко переругались. Поэтому все сидят немножко с недовольными лицами. Это вот такой вот гриль. Специальную грильницу купили. Вот сейчас Костя ее будет собирать. Она выглядит. Мы ей еще ни разу не пользовались, но вот решили попользоваться. Так, одну ножку. Когда Костя соберет, будем делать дальше. Вот это вот такая маленькая грильница. Вот мы ее собрали. Вот это вот уголь. В таких брикетах продается. Венгля Дживнянова. Вот. Следующая стадия. Зажгли, наконец, разожгли уголь специальными подпалками, распалять, ну, чтобы распалить огонь. Ой. Долго не получалось, и вот получилось. Теперь уголь у нас горит. Горит. О, морда. Вот. Следующий этап, это мы уже положили мясо, накололи на такие палочки, на деревянные. Ну, боюсь, как бы эти палочки не сгорели. Горят бамбуковые. А, ну бамбуковые, ладно. И вот, ну Костя говорит, что большие кушки слишком мяса, но что получилось, то получилось. Костик там греется на солнце. Народу здесь, вот это специальные такие домики, специально вот жарить гриль. Вот, в принципе, можно здесь и самим делать, как мы, а можно и вот так вот собираться, и вот там в конце, вон там белый навесик, там можно покупать готовые и есть. Но в основном здесь едят такие колбаски делают. Шашлыки здесь не делают почему-то. А мы решили шашлыки попробовать именно. Вроде бы получились. Вкусный. Первый раз. Ну что, Кость, как? Понятно. Есть можно? Да. Вкусно. Угу. Вот так вот мы решили выбраться. Первый раз. Сейчас горит сейчас. А вообще сегодня в этом парке проводятся какие-то велосипедные соревнования массовые. Вот и поэтому здесь сегодня все в велосипедных формах, все участвуют. Массовость такая. Здесь очень любят вот заниматься спортом, ездить на велосипедах. Вот как-то молодцы. Все так просто. Все. Окончили мы все. Вот такую чистоту после себя оставили. Все чисто. Ничего нету. Как будто бы нас и не было. Как будто нас и не было. Мы пошли, да. Вот. Здесь ждут конец финальных соревнований. И здесь велосипедистов, которые приедут. Поехали. Вот, смотри, сейчас не будут стартовать. Ой, отойди, Кость. Вон тебе, смотри. Где? Сейчас сейчас вот там. Ну, разберись. Не знаю, может быть, они... Нет, они не собираются. Это вот дорога, по которой ездят, вызначенная. Ну да, понятно. Понятно. Поехали. Засняла все. А куда пошли? Пойти. Засняла. Это вот... Это вот мы находились в Хожовском парке. Еще он называется Народово-Шленский парк. Да? Как бы принадлежит Хожову. Когда-то здесь были от карьеров такие кучи земли насыпанные, но вот из этих карьерных, как это, от, ну вот из этих карьерных кучи, отвалов, сделали на этом месте, тут озера есть, парки, стадион поставили, планетарий, деревья посадили, все тут поставили, да, зоопарк,
все тут поставили. Все, канатную дорогу поставили. Что, канатная дорога здесь? Да, ну она сейчас не работает. Вот здесь она шла, ее обновляю сейчас. И даже была как у нас, даже есть, помнишь, была на Комсомольском озере такая? Как она называлась? Развернись. Детская железная дорога, но ее уже снесли, она уже здесь не ходит. Ну ладно, была тут ну тоже. Давай. Ну все, засняла? Засняла, давай, все, счастливо.